Привет, любители новой реальности и приставок Sony PlayStation. Сегодня, как обычно, я порадую вас игрушками от торгового дома Time. Итак, не будем отвлекаться, первая игрушка называется Iron and Blood, выполненная фирмой Take It Two Interactive. Это очень интересная игра в жанре единоборств и в стиле сказок фэнтези. Действуют 16 персонажей, необычайно круто анимированные. Конечно же, здесь есть и специальные приемы, и все, что полагается. Графика просто изумительна. Никаких торможений мною замечено не было. В игре можно сражаться как за правых, так и за левых, то есть за добрых и злых персонажей. Как мне показалось, у добрых больше преимуществ, и как известно, добро всегда побеждает. Но что еще можно выделить? Это режим Combine Mode. Два игрока выбирают себе по персонажу и проходят с ним через остальных бойцов. Интересно, что проигравший имеет право выбрать, где ему проводить следующую схватку. И таким образом может получить преимущество в виде дополнительных спецприемов на своей уже родной земле. Исполнение игрушка хитовая, и если вам захотелось ее получить, смотрите дальше. Переходим к следующей новинке, долгожданному хиту, Tomb Raider 2. Эта игра стала событием, удостоившимся внимания самых взыскательных геймеров. Сюжетная линия игры как бы разваливается. С одной стороны, вас ждут мистические приключения с покойным магом, китайским императором, таинственным культом, гробницей под великой китайской стеной и так далее. Другая часть сюжетной линии связана с кошмарным крушением океанского лагеря, безусловно, навеянной гибелью Титаника. Главный герой игры – знакомая и полюбившаяся игрокам Лара. На первом уровне она отправляется к великой китайской стене, так как считают, что именно там находится вход в гробницу. Пройдя горы, хребты, скалы и стены, Лара видит группу служителей культа, проникающих в гробницу через главную дверь. Она следует за ними, пытаясь разгадать их секреты, и неожиданно выходит на графа, который когда-то пользовался магическим оружием китайского императора. А теперь внимание, самое главное. Тот, кто мне скажет, как зовут графа, которого разыскивает Лара, получит суперприз. Диск от торгового дома Time с игрой Iron and Blood. Желаю удачной игры, бессмертия и вообще удачи. Goodbye.